Йоу, Джин. Эй, Муха, ты что, рэпером стал? Какие рэперы? Это просто суровые холода нашей республики. У меня дома отопление как-то странно себя повело. Опа-опа, да ты чё? Да ничего, просто я стал замечать, когда уже на джойстике и не появился, а из приставки клочья пара с неприятным запахом стали вырываться. Со мной было нечто подобное, когда я играл в игрушку Flashback. Увлекательная платформенная бродилка, в которой ваш смелый герой убежал из тюрьмы. И по воле случая его космический корабль был сбит над какой-то неизвестной планетой. Ему повезло, и он выжил. И вот с этого и начинается ваше действие. В игре придется делать множество различных вещей, таких как бегать, прыгать, лазить, стрелять и даже убивать различных монстров. К тому же, огромное количество красочных пейзажей и разнообразных мест для действия. В игре очень удачно сочетается действие с видеовставками. Графика в игре совсем неплохая. Правда, герой двигается слишком естественно, и это выглядит иногда слишком смешно. Если вы любитель аркадных игр, то поспешите в торговый дом Time и приобретите диск с этой игрой. Твой рассказ помог мне согреться, и в студии воцарился приятный микроклимат. Даже стало жарко, и не хватает свежего ветерка, которым напичкана следующая игрушка на Sony PlayStation. Этот глубинный проект фирмы Psygnosis – платформенная 3D-бродилка. Если честно, то от группы Creative Workshop и опытного художника Джима Хэнсона ожидалось что-то мегамощное с навороченным главным героем. Но на самом деле Раскал оказался тормозным и скучно убитым персонажем. Герой имеет трафаретную пробитую внешность. Видно, над ним и его фанера поработали кикбоксеры. Судите сами, бейсболка с козырьком назад, темные очки, мешковатая одежда и яркие кислотные трусы. И вот этот потрясающий зверь должен спасти своего отсталого отца, профессора Каспера Гриндайзера. Не правда ли приятная фамилия, которому наконец-то удалось создать долгожданную машину времени? Как и положено Крэзи ученому, его похитил злобный властелин времени, Зубров. Теперь на долю Пакмана выпало тяжкое время вызволения папаши и кушания точек. Бродя по темным дурацким тупикам бесплатной пыли замков, можно в любую секунду оказаться барахтающимся в подводных глубинах потерянной страны со странным названием Адзип. Всего в Раскал несколько временных периодов и эпизодов. Средневековые замки, храмы древних чикс, Дикий Запад, огромный испанский флекс, потерянные города в Сипи и исследовательская лаборатория, где начинаются ваши косяки. Подводя итог игры, следует сказать, что классная графика, хороший саунд, ужасные камеры и управление, а в придачу тривиальный персонаж. Играете или не играете, решайте сами. А Panasonic продолжает радовать любителей настоящего игрового процесса. Игрушка называется Twisted The Game Show. Эта игра представляет из себя телевизионное шоу, только для Panasonic 3DO. Вам решить понять всю сущность американского телевизионного шоу. В игру лучше всего играть с друзьями, иначе одному очень скучно. Выбрав себе героя, можешь начинать свое шествие по спирали. Придется изрядно попотеть для того, чтобы понять извращенный английский язык. Существует огромное количество конкурсов, загадок и других развлекательных викторин. К тому же, полно шуток и приколов, которые придется понять и переварить, прежде чем посмеяться. В игре прекрасное качественное видео, как и графика. К тому же, она отличается своей оригинальностью. Я очень советую приобрести эту игрушку и пуститься в увлекательный мир шоу-бизнеса. Вау, Джин! Надо будет с тобой законнектиться и порубимся вдвоем. Но, надо. Ну а следующую игру, которую представляю я, можно играть даже восьмером. Называется она «Микромашинс в кубической степени». В данном случае это обозначает третью часть нашумевшей игры от компании Midway. Известны вам по своим хитам Pac-Man, Digger, Load Runner и, конечно же, Перестройка. Первые две части этой игры имели глобальный успех на всех игровых платформах, в том числе и на IBM PC. В этой части значительно усовершенствован игровой процесс, добавлены новые треки, средства передвижения и различные стили игры. Для ламеров добавлен даже обучающий процесс, в котором всем чайникам и самоварам медленно, не торопясь, на английском языке объяснят, какую и при каких ситуациях нужно нажимать кнопочку. В игре имеются различные приколы, специальные призовые машины и крэзи-оружие. Например, если вам посчастливится, вы можете добыть специальный молоток, которым вы с удовольствием расколбасите своих соперников. Предлагаю выиграть эту игрушку, ответив на вопрос, сколько всего уникальных миров и временных периодов в игре Раскал? Присылайте к нам свои ответы, но только побыстрее. А я возвращаюсь в свою холодную хижину, заходите в гости в Time. А мы растворяемся в потоке информации следующих рубрик и ваших новостей. Пока. Скип-скип. Новая реальность.